Всем привет! Представляю вашему вниманию 7 самых популярных дебютов в русские шашки. На седьмом месте у нас дебют отыгрыш. Возникает он после следующих ходов: cd4, dc5, bc3, cd6, cb4, b5. Белые бьют, черные чаще всего бьют. Либо GH4. GH4. И здесь чаще всего играют GH6, реже D5, еще реже B5. И самым популярным дебютом, который попал в дебютную библиотеку программы Авроры, является дебют косяк. CB4, FG5, GF4, GH6, BC3, BC5. Теперь после B5, CB4 побили и FG3. Это косяк хромого. В случае нападения на четвертом ходу CD4 косяк саргина. После B5 GH4 CD4 HG7 это классический косяк. А если вот здесь вот разменяться FG5, это у нас косяк с изменом на G5. В случае CB4 FG5 DC3 AB6 это косяк Перельмана. На этом все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все. Всем спасибо. Пока. Шеф, музычку. Baby.
my appetite. Don't leave me alone.